Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Motorola Moto G53 включить резервное копирование Google. Заходим в настройки, переходим в пункт Google. Нажимаем резервное копирование, включить, после чего фото и видео. Разрешаем автозагрузку. И теперь все готово, осталось лишь начать копирование. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!